Добрый день, друзья. Канал Кубача Official. Рад приветствовать вас. Как мы обещали, мы не даем скучать нашим зрителям YouTube-канала, потому что регулярно выкладываем видеоролики о новых поступлениях продукции легендарных кубачинских мастеров. Продукция, напоминаю, кубачинские мастера делают полностью вручную. Сегодня мы рассмотрим с вами серебряный кувшин. Серия называется «Линия жизни». 875-я проба серебра. Вот здесь вы видите два клейма, проба именник. Значит, здесь 585 граммов серебра в данном кувшине. Объем его 1,5 литра. Высота кувшина 22 сантиметра до самой высокой части. Диаметр 15 сантиметров. Ну, как мы уже рассказывали, кувшины остаются одними из самых популярных кубачинских товаров. Почему? Потому что ни для кого уже не секрет, что через 2,5-3 часа налитая в него фильтрованная вода становится полностью ионизированной. Ну, факт уже проверен, антибактериальные свойства серебра известны издавна. В такой воде, значит, очень часто можно слышать от специалистов, погибает более 600 видов бактерий и микробов различных. Поэтому кувшинчик очень красивый, он сделан вот в виде таких плавных линий. Очень строгий классический вид, без всяких, кто вот не любит лишние завитушки, лепестки, розочки. Очень красивый сам кувшин. Вот такие вот у него по центру идут ребра, гладкими такими они вот переходят волнами. Сейчас я так сбоку вам покажу, они впалые. Видите, такие вот ребрышки. И идут немножко наискосок. Верхняя часть кувшина гладкая. Далее идет вот такой вот рисунок. Интересная чеканка очень. По окружности, по всей идет такая вот чеканка. Ну и низ венчает тоже вот такой вот рисунок. Тоже чеканка. Весь этот рисунок, соответственно, также передается и внутрь кувшина. Очень красиво все там переливается в свете. Значит, ламп, падающих внутрь. Ну и отдельное внимание стоит уделить ручке. Очень такая объемная, толстенькая ручка. Очень удобно держать. Здесь специальное такое вот выделенное место, куда кладется палец, и очень удобно держать и наливать. Вот несмотря на такой широкий у него носик, у данного кувшина, часто спрашивают, будет ли ровно литься вода, не будет ли разливаться с краев. Нет, вы знаете, мы уже не первый год продаем эти кувшины, настолько все здесь подогнано, что когда вы наливаете, очень аккуратно и ровненькой струйкой по центру вода наливается в ваш стакан. Но ручка, помимо того, что она объемная, она еще и очень фигуристая. Вся прямо такая она сделана. Очень красиво. Крепление к кувшину тоже с такими вот такими формами интересными. Ну, конечно же, видео не передает всей красоты данного кувшина. Очень красивый, и, конечно, любой интерьер просто дополнит своей красотой. Любой самый дорогой интерьер, я вас уверяю, этот кувшин не испортит. Поэтому подробная информация о данном кувшине у нас на сайте. Ссылка на сайт под видео в описании. Значит, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ждем вас на просмотре наших следующих видео. До встречи!
Да, кстати, чуть не забыл, конечно же, ко всем изделиям у нас идут бархатные подарочные, очень красивые коробочки. И этот кувшин не является исключением. Вот так вот на темно-синем бархате все смотрится очень достойно, очень красиво. И снаружи, и изнутри темно-синий бархат. Ну все, на этом прощаюсь.